Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас в ремзоне находится автомобиль Hyundai Solaris 2011 года выпуска. Пробег на автомобиле 79 тысяч километров. С бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач. Выполняется плановое ТО 75, меняется масло фильтра. Но также мы осматриваем и проверяем ходовую часть автомобиля, ну и все системы. По задней подвеске смотрятся пружины, течь амортизаторов, но также проверяются тормозные механизмы. Больше здесь особо смотреть нечего, находится балка. По передней подвеске мы тоже посмотрели. Наконечники рулевых тяг в норме, рычаги, шаровые опоры в норме, стойки стабилизаторов в норме, люфтов нет. А вот по поддону двигателя есть нюанс. Видите, вот здесь вот есть удар прям в бок поддона. И немножко сам корпус масляного поддона просел вовнутрь. Скорее всего, что клиент наскочил на автомобиль на какое-то препятствие. Ну и вот такие вот явные повреждения. Сейчас мы еще при выполнении ТО будем менять масло в коробке. Достаточно темное и имеет уже неприятный запах. Это говорит о том, что масло уже требует замены. По времени такой ремонт займет около 4,5 часов. Сумма ремонта составит 10 250 рублей. Мы даем гарантию на свою работу 24 месяца. При этом несем полную материальную ответственность за все рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните. Мы всегда на связи, готовы вам помочь. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.